Человек поистине творец самого себя и в частности своего тела. Как в этом помогают современные спортивные технологии, знает Светлана Прокофьева. Светлана Прокофьева – специалист по физической культуре и спорту. Тренерский стаж 15 лет. Категория «Мастер-тренер». Вика, доброе утро. Сегодня я предлагаю познакомиться с тренажером «Правило». От слова «править» и «исправлять» позволит уравновесить душевное состояние и улучшить физическое состояние. Наше занятие обязательно начинать с суставной адаптации. Нужно размять все суставы нашего организма. Чтобы занять исходное положение на тренажере, необходима специальная экипировка, манжеты, которые позволят закрепиться в горизонтальном положении. Продолжаем занимать исходное положение. Сейчас делаем подготовку суставов к нагрузке. Сделайте небольшое вращательное движение в кисти. Переходите в локтевой сустав. Вращение в голеностопном суставе. Теперь подтяните колени к области талии и задержитесь. Опустите расслабление. Теперь нужно будет сделать это движение и руками, и ногами одновременно. Максимально собраться в середину, задержаться пару секунд и расслабиться опять в исходном положении. Теперь приступаем к эффектным упражнениям. Сделаем небольшой мост вверх, подтянуть. И опускаетесь вниз. Так, теперь сделаем разворот. И выполняем поворот. Полностью выходите вверх. И возвращаемся вниз медленно. Так, готово в другую сторону. Поворот. Я выгляжу как спецагент. Как ваши ощущения? Ощущения необычные, но интересно. Теперь сделаем упражнение лицом вниз. Попробуйте подтянуть руки, как будто вы подтягиваетесь. Вот в локтевом суставе раз, зафиксировали и вытянули, расслабились. Подтянули руки, зафиксировали и расслабились. Попробуйте также сделать с ногами. Немножко, да. Закручиваем. Опускаетесь. Будьте мыслями в своем теле. Очень хорошо восстанавливаются органы брюшной полости, так как если есть опущение, то в горизонтальном растяжении это позволяет встать им на место. Если человек был там после травм, восстановления, тоже можно более детально и точечно проработать зажимы. Как и любая физическая нагрузка, требует постепенности и регулярности. Необходимо заниматься от 2 до 5 сеансов, чтобы почувствовать значимый эффект. Спасибо вам большое за такую тренировку или даже расслабление. Ну а вы продолжайте делать вместе с нами утреннюю зарядку. Будьте бодрыми, в хорошем настроении и хорошей физической форме.